Здравствуйте, меня зовут Ляшенко Яна Анатольевна, я врач-офтальмолог. Сегодня мы с вами поговорим о такой распространенной проблеме, как ячмень. Ячмень – это острое гнойное воспаление волосяного фолликула ресницы или сальной железы около ресницы. Существует также внутренний ячмень, когда воспаление возникает в мейбомиевой железе. В 95% случаев это воспаление бактериального характера. У детей чаще всего ячмень возникает после перенесенных простудных инфекций на фоне снижения иммунитета. Симптомами ячменя являются покраснение, отек век, болезненность края века. Часто ячмень формируется в форме шарика. Причины возникновения ячменя у взрослых точно такие же, как и у детей. Просто дети чаще прикасаются к поверхности глаза и, соответственно, заносят инфекцию. Благоприятное разрешение такого воспаления – это когда в течение 2-3 суток он самостоятельно вскрывается и гнойное содержимое выходит наружу. Но бывает более сложное протекание заболевания, когда вокруг образуется фиброзная капсула и гнойное содержимое остается внутри этой капсулы. Тогда это называется халязион, и это требует хирургического лечения. Самолечение может быть действительно небезопасным, поскольку в аптеках предлагаются гормональные препараты для лечения ячменя, которые могут нести ряд побочных эффектов, поэтому начать нужно с консультации офтальмолога. После консультации офтальмолог назначит вам индивидуальную схему лечения, либо же будет рекомендовано лечение хирургическое, если медикаментозное в вашем случае неэффективно. Чтобы не допустить возникновения ячменей, необходимо соблюдать простые правила. Это соблюдение правил личной гигиены. Во-вторых, не трогать, не чесать глаза грязными руками. В-третьих, использовать индивидуальные гигиенические средства. Это полотенца, косметика, спонжи для умывания. Есть миф о том, что ячмень нужно греть. На самом деле это может усугубить гнойные процессы, вызвать преждевременное вскрытие гнойного мешка с последующим заражением структур глаза. Давайте поговорим о лечении ячменя в домашних условиях. Самостоятельное выдавливание ячменя в домашних условиях также недопустимо, поскольку оно может вызвать заражение структур глаза и приводить к деформации век из-за возникновения рубцов. И хочу вам напомнить, что самостоятельно подбирать себе препараты в аптеке я не рекомендую. Своевременно назначенное и правильное лечение гарантирует быстрый и успешный исход заболевания.